Пиршество продолжается. Вот это на лежанке этой два малыша, которые второродные, управляются с курочкой. Вот это вот это тот, который проявляет характер и бурчит так. Бурчит так. Приблизительно так. Значит, я уже проверила. Вот это Фрося. Фрося постепенно выбирает уже себе, что-то там ищет. Я уже ей наковыряла там рыбок под кашу. Вот главное, чтобы они сразу хорошо покушали один раз утром и один раз вечером. А ночью пускай мышек ловит. Таким образом, один кот, котенок старший, сидит на самом таком шикарном месте, мух ловит. Мухи летают, там тепло, стена нагрета солнцем, от нее отражается тепло, стол тоже, площадка нагрета очень хорошо солнцем, вон какой левчик. Вот, вот идет второй, это второй из малышей, второродных. Это Фрося. Ныпает, так это надо там убрать. Сейчас она унюхает курочку. А где еще один? Я не знаю, как называется эта птица, которая похожа как на соловья. Но для соловей новопение еще рано. По погоде еще соловьям холодно. Фрося покушала. Фрося тоже можно узнать по иногда рыку. Вступают лапами вот в эти вот остатки еды и машут потом во все стороны, потому что им не нравится, потому что они такие же, вроде типа чистюлечки. Им надо, чтобы все было чистенько, свеженько. Вон там зелененькая уже, по-моему, это чистотело, кустик за спиной у котенка дремлет. Очень там тепленькое место. Трава сухая и теплая тоже. Ой, ой, только картины писать. Взгляд какой. Дремота с поволокой. И все так отвлекает. Вот шагает. Ты где? Вот шагает один из малышей. Этому нравится вот там на соломе. Вот она тоже теплая, сухая, чистая. Ветра, дожди, снега ее вымыли и согрели. На зиму оставляли укрыто. Она была вот этой белой мешковиной. А теперь здесь тоже тепленько, у каждого свое местечко отдыха, у каждого своя площадка. Охотник за птичками. Ничего, что сытый, инстинкт. Да, это я про тебя, милый мой красавчик. За воробушками охотятся. Они там по кустам прыгают. Удачи тебе. Ну и мыши там тоже, конечно. Все-таки воробушка и мышь — это более натуральная еда. Ну иди, иди.
Люся пользуется моментом свободы. Так, момент свободы. Но она так не особо уже. Нюх-нюх. Курочку нюх-нюх. Не особо так. В кастрюле он свободно же стоит. Я ободрала на кусочки. Мясыные косточки они обладают, будут птичкам. Ну, покушать немножко. Потом я заберу, чтобы осталось на вечер. Переговариваются птички. Тема разговора «Коты во дворе». Не вижу. Да где же они? Чуть-чуть, никого не вижу. Ладно, хорошо хоть слышу. А Фрося работает. Никто не мешает. Сейчас я съем всю курицу, да, Фрося? А кролика у Татьяны не хочешь скушать? Пускай наслаждается жизнью. Это же она нам сделала такой подарок. 4 котенка. И сколько денег от осени до зимы потратили. Дополнительные средства. Кто же рассчитывал? Никто не рассчитывал. Кто же думал? Уф, Руся, только не догадайся еще больше нам сделать подарочков. Надо чердак закрывать. Но, правда, там есть ходы, которые не знают. Ладно, порадуйся жизни, Ефросинья. Малыш отобрал у Фруси косточку, согнал ее, хотя она его цапанула лапой. Ну так, видимо, не больно, просто... Маркиз пришел. Опять голодный. Маркиз. Маркиз. Маркиз, не бойся. Иди, иди, кис-кис-кис-кис. Не бойся. Хорошо, что они уже такого крупненького размера. Поэтому наступить уже не так
Опасно, как было, когда они были малые, здесь и четверо малых котят вот во дворе, совсем маленькие, как ладошки, чего мы остерегались очень сильно. Практически всегда голова опущена до земли, идешь, оглядываешься, когда закрываем двери. Но, слава богу, несчастного случая не произошло ни однажды. О, тигры собрались. Прайс. Маркиз. Видите, как он себя ведет? Маркиз. Сейчас пойдет, он знает ход. Сейчас пойдет в веранду. Этот малыш выцарапался полежать на солнышке здесь. Сейчас Маркиз знает ход. Тик. Маркиз, ну давай, там все равно ничего нет, и там холодно. Я отключила все отопительные приборы, и батарейку, и коврик. Опа, все-таки пошел на проверку, ну там ничего нет съедобного. И там просто холодно, почти что как в холодильнике. А этот как собак с косточкой. Тоже хотите косточку? Ну, пускай немножко рассосется у вас там. Чего? Косточку хочешь, да? Ну, ничего. Поохоться, побегай, погуляй. Чавк, чавк продолжается. Приходил Тимофей, такой дымчатый, темно-дымчатый, сероватым кот соседей Тани и Игоря, Василия Игнатовича, у которых мы молоко брали регулярно. У него два кота. Тимофей и еще забыла как. Вот это сейчас приходил Тимофей. Конечно, мне пришлось его шугануть. Мне ж надо откармливать вот этих пятерых. А то даже и шестерых, потому что Фрося и Маркиз, ну как их не кормить? Самолет. Редкое явление, но у нас вот пролетает, бывает самолет. На вот таком красивом небе. Этот сидит на столе, сторожит птичку. Да, я про тебя разговариваю, разговор. Короче, а птички прыгают вот здесь на кустах сирени. Так. А этот просто отдыхает тоже на теплом столике. Отдыхает в дремоте. Великан или великанша. Не могу сказать, это Фрося или один из наших старшеньких. Так, здесь продолжается хавочка курочки. Ну, это надо понимать, вернее, чтобы смотрящие понимали, что когда сюда приедут люди, то столовка будет... как жаханулся. Я ногой затронула веточку. Столовка будет на улице, только вот здесь, на этом столе. Столовка на столе. Это металлическая дверь, закрывает там канализацию. И получилась столовка. Как раз хорошо. Здесь это будет клумба, поэтому среди цветов.
Здесь вот это будет древовидный пион с такими красивыми гнездышками для семян. И поэтому на лежанке здесь никто не будет, никакой кормежки. Здесь будет лежанка чистая, вымытая, даже застеленная, посидеть, полежать для котов и для нас. Это сейчас, пока я здесь одна, на один день. Так вроде беспредел кошачий. Опа! И на столе никто не будет сидеть, потому что это тоже столик, на котором, за которым кушаем, кто захочет. Устроились. Чего устроили здесь? Потому что клеенка теплая. Они любят высоту. Это два второродных наших малыша. Устроились поспать, подремать и птичек половить. Красавчики. Да, это Фруси. Вот я ее узнала. Она немножко такая по цвету не совсем серая, с такими рыжеватыми. Ну, спи, спи. Все тебя волнуют, все тебя тревожат. Она немножко показывает свою ревность. Она, когда накушалась, любит, чтобы ее гладили, гладили, гладили. И когда появляются другие товарищи, претенденты на внимание, она так рычит, что они вон сегодня как шарахнули все четверо и драпака со двора. Ну, резко просто это получилось. Вот это изумрудоглазик. Или, может быть, Соня. Облизывается после курочки. Птичка прыгает. Малый ее старшит. На столе, со стола. Но птичка не совсем ведь глупая. Попурхала. Все, охота не удалась. Поздно уже, поздно. Посмотрите на эту картину. Два братана. Ой, красепеты вы наши. Сисяй.